Во вторник вечером близ села Ракитного тяжелейшее увечье получил мужчина, который пешком шел по заснеженному шоссе. Односельчанина сбила жительница этого же поселка. Пешеход, вероятно, шел домой из-за отсутствия общественного транспорта. В больницу его увезли практически в неконтактном состоянии. Блиц-диагноз – неполный травматический отрыв кисти руки и ушиб головного мозга. И одна, и другая травма грозят 45-летнему мужчине как минимум инвалидностью. Сидевшая за рулем Toyota Land Cruiser 35-летняя автолюбительница была шокирована. Человека она не видела до последнего. Безусловно, обзору мешала метель. Женщина даже не успела заметить, спиной или лицом к машине шел человек. Остановить машину она смогла лишь метров через 50 после столкновения. Похоже, пешеход двигался вдоль накатанной машинами колеи. Идти по обочине ему мешали снежные отвалы. Рядом с местом удара была найдена сумка, принадлежавшая пешеходу. Ее содержимое сугубо сельское. В бидонах и пакетах были комбикорм и соль крупного помола. Водительский стаж автолюбительницы более десятка лет. Полученные пешеходом увечья станут поводом для возбуждения уголовного дела. Ключевой момент – направление движения пешехода и темп движения джипа. По правилам, в сложных метеоусловиях водитель должен выбирать такую скорость движения, которая позволит избежать аварии. С места происшествия Кирилл Новиков, Анна Карпова и Павел Рогатин.